Что, мы на кровь идем? Так спекайте там лишних, нам хилов не надо лишних. Нет. Только я токен получал. Не, пока и не есть. На пол, на пол. Убили сурка? Да. А кто-то может скинуть скрин ДПС сурка мне? ВКонтакт, например. Код. Что? Ну зато хочу темку создать с максимальным ДПС скине по каждому классу. Ну я сделал, но только первых там 10 или 10. Ну ладно, пока нет. Сейчас бы трех мобов поел. Но его так пристань никто не хочет брать. Ну да. В следующий раз возьмешь, Слав, меня? Спасибо.
А кто там ревнул? Тику можно покату. Глупые смертные, думали, что одолели нас? Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Аксанайн был близок к недоразумениям! Сила сферы позволит Валанару свершить отмещение! Или с этой еще? От шарик. Сфера, скорее всего, сверху, которая падает. Ни одна не упала. Какая сфера? Ты умер от Келисета. Короче, меня дамажит там какая-то хуйня такая умная. А, по 20 красикова. Верно. Да нет, больше, наверное, даже. Нет. Тебе надо было 8 секунд подождать, чтобы сбросить стаки. В гере только стаки. Понял. Хил за хил. Парень, тебя там протопал. Походу это вайп. Это я спулил. Это...
Питкин, да, войско? Было уже войск. Два войска. Два тактика. Только четыре их потеряли. Тактиков не кидается со стан. Ну так. Но именно прямым ретриковским нет. Дайте там пристаба, кнуту, все, короче. Ладно. Чао, Узумаки побежит. Можно релогнуться быстро? Я надо на первом взлете мастера рудам. Такой ровный полукруг нарисовал. Беги, малышка, беги! Адрат.
Фигеру или нет? Иди, дай ему сыграть. Сейчас. Да я что-то это прослакал, что крылья нажал. Давайте гимн на ману. Подвеска. Подвеска по роллу? Спать хочу, Лубика. У второго, блядь. А чё, подвеску мы рулили уже, что ли? Что я не видела. Это твой ТЛС прочитал? Ну ты прочти. Ладно, сейчас я снова скину. Сейчас после трэша тебе отдам. Да, я даже у Олега спросил. Не поленись. Ред. Почему ГП не летит хилам, который покажет на трэше, и я всегда умираю? Я тоже самое, вот на леди почему не было ГП, когда леди. Почему хилам не летит ГП? Это уже достало, короче. Почему хилы не исполняют свою функцию? Почему они не хилят? Потому мы не хилим. Сейчас на трэш по коту не проходил хил 8 секунд. Я не понимаю, чем занимаются хилы в это время. Хочу, чтобы хилам, который апкашет на трэше, летело тоже ГП, потому что это гон. Чего ты, кстати, ГП за духов не давал?
Обычно крылья же духа хлопали на лезвие, хлопали. В чем ты ГП не давал? Думаешь, я запомнил? Сказал. Тебе нравится ГП раздавать, а получать не нравится. Заработал, значит, получи. Я тоже думаю. Да я вот тебе объясняю, я вот только что Олега спрашивал. Вот даже тебе могу переписку скинуть. Вот если хочешь, я тебе даже переписку скину. Он сказал, что ГП дает, когда идет вайп-рейд, да. И правда. Я помню, мне тоже дали ГП, я не улетела, а мне его дали. А я не улетела, и рейд не упал. Ну ты улетела, просто зацепилась за что. Неважно, я осталась, но тем не менее, как он говорит. Но он никого не заморозил. Я самая последняя, кстати, упала, потому что я не сдохла. Ну вот, ну мне-то дали его, тем не менее. Вот правильно, а чё, он заморозился, значит, пусть получает. Кулак пока туда. А кто-то обещал не ныть за ГП, да? Ну, плагин, которому... Просто я не вижу справедливости. Вот который бафает кулак, не летит ГП, когда я прошу 8 раз бафнуть кулак. Да не, ладно. Забери у меня 10 стаков. Я кулаки бафа. Но и в чате я как бы не вижу, что надо бафнуть кулак. Начнем с этого. Спасибо, спасибо. Чем писать, если я говорю, бафните коту кулак в РК 8 раз? Во-первых, это трэш. Вы уже обе, что ли, запустили трэш? Он бедный, несчастный. На трэше не получил кулак. Убейте моба сзади. Блин, Лэйзи Панк, вместо того, чтобы критиковать, ты бы лучше хилил, а не фигнёй страдал. Вы ноете. Дима, да сложно там как-то захилить. Там весь трэш почти на тебе, каждый трэш. Подожди, раньше. Ну куда начинать? Бафов-то нету. Ты говорил, а? Я пока не вижу на ранже достаточно написано.
На рост. Разница, скажи. На сове большой потопал. Не уводи его от меня. Прохите меня. Меня можете даже не поднимать, я поломал. Сейчас взрыв будет. Взрыв, осторожно. Блин, жесть. Это вот. Что-то я туплю сегодня. Слышь, Войт, ты ж там как-то кричал, что за раскол будешь ГП давать. Вешай на себя ГП. Ты вообще ни одного раскола не давал. Не, ну если ты уже за бафы даешь даже ГП, давай и себе. Честь. Нету. Не, нет.
Так, пусть им по 5 бафов. Сабдвини, бафал, монорек. Ты не тому ГП, а 100 ГП, если что, давал за баф. Дайте кулак пока там. Рыба есть? По себе дай. Кто-то из Иршамах, подойдите по вопросу и поставьте там тотемы. Сколько, блядь, можно говорить это? Лазипанк, подумай, пожалуйста, вот до кого из рейда достают твои тотемы? Вот смысл, что ты там поставил у входа их? Блять, каждый рейд, блять, говорим, что штаманы, подходите под босса, ставите тотемы, потом выходите на рейндж становите. Тотемы все равно действуют на группу только. Они на рейд действуют, но у них радиус 30 метров всего лишь. Если их поставить под боссом, то будут на всех. На группу только исцеляющие там действуют. Да не, вряд ли. Вот пиздец. Вот Shadow of Mordor можешь уже давать, где кому-то он стоял под низом. Это был козырной, но спасибо тебе, Козырь, за потерю ДПС. Я вообще-то от бомбы убегал, которая в мелизону падала. Ну так она в тот бок и падала, я в другой убежал. Нет, это я говорю.
был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Гулин на мейн. Гагулин. Так, это протопал, я отошел где-то на 3 минуты. Где он? Кто-то нужен в целка? Да, есть БДК у тебя? Есть, но не танчил. Время, это жесть. Да начислили там ЕП, да. Сколько там, я не знаю. Да, я, типа, и как ей-то камни в них ставите? Вы, ну не знаю, хотя бы зайдите на сайт этих листов, почитайте, что это за камни 20 к силе, 15 к выносливости, ради бонус спека, если лучше ставить 40 силе атаки, и ты выигрываешь больше. Это просто жесть. Тут просто не о чем говорить. Ты о чем вообще? Да вот я посмотрел карты шамана, камни шамана, энха этого. Это жопа. Забей. Этот камень. Что? Нет. Какого не выводятости, типа, ты идешь в рейд 25 хэмку, типа, камни даже стоят какие-то, ну даже на ПВП я бы не сказал, что он годный. Чё? А что надо? А, ну, я могу и другим кем-то. Ретриком тем же. Допустим. Слышь, Орел? Чё? Тёп. Ну, кто 40 надо? 40 сил атаки, только... Ну, давай с собой. 40 сил атаки, только проги. Я же не про это тебе говорю, я тебе говорю, что даже если ставить камень на 40 к силе атаки, оно будет профитнее, чем этот гребаный камень 20 к силе атаки, 15 к выносливости, который дает тебе сокинг бонус на 8 к ловкости. Это бред. Я это прекрасно понимаю. Я сегодня с утра занимался, ну, просил людей, кто там поменять камушки. Никто не отозвался, потом вот перешел на хила и ушел по своим делам, не успел это поменять. Я это прекрасно сейчас понимаю, то, что ты мне сейчас говоришь. Есть камушки? Давай, я поменяю. Забей, тебе это вряд ли поможет. Не, мне предъяв уже тут кидает какой-то. Зачем их было даже вставлять на начале? Давай я в хила пойду. Неплохо он, кстати, хилит. А он на Синдре на втором месте был. Синдра там зависит от того, на кого сможем кинуть. Понимаю. Тоже.
Суманите меня. А чё это? У вас же было тут вроде сов хватало. Сейчас, секунду. Это ты им кто поставил, нет? Суманита Вага. Нету, 6 косарей, 6-1. Рыбу кто поставит? Ну блин, это проклятие или что? Почему на коте опять нету кулака? На варгах нет никакого. Да, ну чё ты знаешь? Я помню. Блять. Крипичка его. Так, а почему она меня бросила, если меня резнули, только потом у меня метки же не было. Какая разница. Дашкин тоже, что ты сбегаешься до того, как он выбрал цель зеленый? Хилы, голубика в частности, до того, как вот зеленый выбирает цель, если от цели рядом с тобой, подбегайте подальше. После того, как всех откинуло, старайтесь пару шагов еще от зеленого сделать. Не стойте рядом с ним. Ну, первый раз, да. Потом Дашки. Shadow Mord рядом с ней стоял. Но они там не должны были стоять. Никто не сбежался. Ну так как избегутся, если всех откинуло, а вы стоите рядом с зеленым?
Почему случайно? Он, по-моему, должен выбирать из того, на ком дебаф красный висит, а не случайного. На тебе же не было дебаф. Нет, да, понятно, с зеленым дебафом, но у нас, по крайней мере, он не может выбрать, это баг. Но на тебе же не было дебафа. А когда убиваешь одного из слизней, дебафы пропадают, и второй слизень уже может выбирать любого игрока. Да, на мне вообще не было дебафа, меня резнули после того, как уже слизни появились. Ну, значит, а слизень не может выбрать человека без дебафа. Да на нем не было изначально. Я вообще его не был, я же говорю, меня резнули уже после того, как... И что? Это дает какую-то гарантию, что на тебя не кинет слизень или что? Или в обычке та же фигня? В десятках нету дебафа в том, что вообще слизень не выбирает, что ли, цель. Обычки, бля, ну ё-моё, я не знаю. Нет слов. Стоп. Бетов. Еще откуда? Замедление, почему никто не вешает? Оно до второй цели обычно слетает. Ну это так, если что, по тактике, типа. Оно работает только до первой смены, и все. Давайте убьем, а что гоните? Что мы пристряли на этом? Но в чем проблема? Да не, пусть домашний. Да, проблема в том, что люди не знают, как работает профессор. Вот и все. Ну, скоро узнаете. Ну, еще вот. Пару часов. Да, еще пару часов, да. Пару тысяч ГП и можно будет. Кстати, на X5
кстати, на профи вообще нету слизней, и он просто стоит возле стола. Я же это вчера купил. Неправда. Я вчера была там на X10 в рейде, там одно ядро, там есть слизни. Иногда X10, просто... Есть X10, есть X5, там кросс-система, ядра там не объединены. Кросс-система то же самое, там X100, X10 и X5. Бля, если ты не знаешь Trinity Core, пожалуйста, не выступай. Ой-ой-ой. Просто он пропадает иногда, слизень этот. Да не, пусть Дашкин дамажит, но мы ж не от этого сейчас два раза упали, ну по крайней мере при мне. Вместо Дашкина? Ну смотри. Сейчас зайду Марин. Проблема не в Дашкине, проблема в двоих персонажах. Это Гаталунин, который дамажит как два танка, Райтрик 6.1, с дамагом по профе 394, если брать меня, бомбочку, когда у меня всего по слизням 394, у него профа 394 и в слизня 60. Чё тут еще можно сказать? Хорошо, что давай вместо Гаталунина зайду. И, наверное, ему рано еще в 25 гир с таким дамагом. Божественную бурю он прожал 9 раз. Че, ретриком? Да, эрпалом. Сейчас зайду. Какая вы обычная? Ну, возьмете для чая его потом вместо меня. На личе не нужен такой дамаг, как на профи. Кого ты еще поменял? Ты зачем пишешь одно тело? Я ж рейди. Сейчас выключу. Крест. Дайте папу. У меня книги завис, сейчас перезагружу. Дайте кулак пока там. Мы стопаем, может начнем сразу проходить у зеленого крана, чтобы не терять дома. Дамаг не теряют, если они начинают бить у зеленого экрана. Это 20 метров, кот теряет дамаг сильно. Нет, я еще не готов, подожди.
рыбка. Если слизень три раза смен, эту цель меняет, как ты хочешь. Ну, можно захилить. Опасно? Нет, сейчас. Все, готов. Кулак готов. Три шамана из той природы. Да я понял. Стопайте, стопайте уже. Проведу. Смена красного, готовьтесь, Боб. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Поднимать кого-то. А я завис. Что ты паникуешь, понять не могу. Оба были бы. Завис, он же говорил. Да, да, наверное. Блять. Я ж поставил.
Беги, малышка, беги! Да. Три стака. Да. Не, нет, нету. Бери. Где он? Бери. Да, что за жесть? Два. Дим, пропойтим. Не надо, не надо. Её я друида обошла на последние секунды. Бля, котом так тяжко бить этого профа, еще профа так танчит, это просто пиздец, я ебал. Как я тебя понимаю. Просто с нормальным даже танком иногда тяжко танчить, а тут вообще круги какие-то, жопа. Да, помню, QV тоже, когда я в ДК был. Тоже Турка, такой. Да? Это нереально бесит, когда ты миликом не приедешь. Да. Не, я не получал. Не получал. Я его отдал. Блять, я уже спать хочу, если честно. Вы мне какого-то профа там что-то лечите, блин. Просто глаза закрываются. Мышь убили. Ты что ты даешь людям выход сейчас? Ну, я бы руку Васю не брал. Слышишь, что я бы не брал куку Васю на лича. Так, ГП кидается, когда мы вайпаемся, не когда убиваем буст. А кто играл, ты или она? И правила для кого? Ну давай тогда вот так сделаем. То в этом риде рейлов дофига. За микро за этот рейд столько ГП уже получили. Будет и дает всем ГП. У нас есть правила, которым нужно... Как это сказать?